Буквально на минуточку. Вы работаете пастухом. Сколько дней в месяц? 7 тысяч получаю. Получаете. А каждый день работаете или через день? Каждый день работаю. А со скольки до скольки? До 7. Вечера. Вечера. А утром во сколько вы уходите? 8 часов выгоняем. Ага. Пасем. Ага. Вот. Молоко хорошее. Угу. Хорошее молоко. Ничего то, что туда корова пошла. Все, бы только к дому не подходила. Ну, ведь 7 тысяч, сегодня 24-й год, май месяц, это ж мало очень. Ну, платят. А еще где-то подработки у вас есть? Нету. Кошмар, ну это же совсем тяжело. Ладно, спасибо большое за интервью маленькое, это я своим коллегам отправлю. Особенно туда, в Москву. Они там недовольны своей работой. И уже во второй части... А какие трудности бывают на работе? Вот первое, что больше всего не нравится вам. Ну, пасти. Ну, а коровы не обижают там, не знаю? Не, коровы хорошие, послушные и не обижают. Ну, бегают, правда. Ага, вот. Понятно. А вы за ними, соответственно. Да, и ухаживают. А кнут у вас есть? Нету кнута. Они так слушаются? Да, так нет, слушаются и понимают меня. Послушно. А вот Милка вот она хорошая, послушная. Тама грязная. Это самая умная Милка? Да, самая-самая умная Милочка. Ну хорошо. Ладно, большое спасибо за интервью. Всего хорошего вам. Вам тоже.